Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Беловива», который располагается в Киеве на бульваре Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется складной алюминиевый велосипед от торговой марки «Команчи». Модель называется «Лага S7». Данный велосипед имеет алюминиевую раму, размер колеса 20 дюймов, ну и складной сам по себе байк. Этот велосипед рассчитан на велосипедистов с ростом от 1,50 м до 1,80-1,85 м. Легко поднимается седло и тем самым регулируется под ваш рост. Ну, при более детальном описании хочется сказать сразу. Покрышка здесь достаточно широкая, которая хорошо будет идти по бездорожью, по песку. И городской режим также будет удачным для этого велосипеда, потому что непрерывная часть центральная делает комфортную езду по асфальту. Крылья стоят здесь пластиковые, но зато у них есть четкий крепеж, они не дрожат. С точки крепления крыла спереди раз, два, три и там четыре. В четырех точках это очень надежное крепление. Спицы здесь красивые, черненькие, из нержавейки. Обод двойной, алюминиевый. В колесах стоят камеры с автомобильным ниппелем. Легко накачивать данный велосипед. Ну, на любом шиномонтаже. Тормозная система как передняя, так и задняя. V-брейки. Это механическая, хорошая, надежная, легкая тормозная система. Рулевая здесь очень классная. Полуинтегрированные подшипники в рулевой спрятаны в обойму, тем самым выдерживают большую нагрузку. Сам велосипед достаточно надежный. У велосипеда есть возможность изменять наклон руля при помощи легкосъемного эксцентрика. Ревошифт переключает передачи задние, сзади их 7, тормоза, как вы видите, механические, и ручки анатомические, это удобно. Держать руку очень удобно, при помощи таких ручек рука меньше устает. Передний руль снимается, как мы видим, легко, у него есть блокиратор, поднимается защелка и потом отстегивается сам зажим. Вот вы отпустили руль. Идет рама алюминиевая, удобная. Также складывается центральная часть. Потянули вперед и потом открыли. Но это потом. Шатуны идут с защитой. Что стоит отметить, у велосипеда педали складные металлические. Это опять же таки высокий надежный уровень педалей. Сзади стоит переключатель турне на 7 скоростей. И трещотка. У велосипеда стоит трещотка на 7 скоростей. Также сзади крыло удачно стоит, качественно. И багажник. Багажник в комплекте идет с прижимной пружиной. В велосипед можно что-то положить, будет легко удерживаться при помощи этой пружины. Велосипедное седло поднимается и опускается, как вы видите, под высокий рост. Если я при росте 1,78 м, то данное седло мне стоит как раз по ту часть, для того, чтобы было удобно кататься. Это по косточку на бедре. Ну, также стоит сказать, что велосипед легко складывается. Есть блокиратор у самого механизма. Вы его вперед подаете, потом на себя тянете, и у вас велосипед складывается уже с легкостью. Естественно, сначала надо опустить под седло, чтобы у вас труба удерживала велосипед. И вот вы его сложили, тем самым вам этот велосипед легко будет транспортировать при пересечении там, по городу или за город. Данный велосипед продается в Киевском велосипедном магазине на бульваре Перова. Если он вас заинтересовал, обращайтесь в наш магазин. Велосипед весит 12 кг. На самом-то деле это очень легкий велосипед. Если вас заинтересовало наше видео, обращайтесь в наш магазин. Если вам понравился наш видеоролик, пишите нам, оставляйте отзывы. Будем рады всегда видеть вашему любому отзыву. Постоянным клиентам скидки гарантированы.